Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, как изменилась жизнь пацанок после проекта. А вы напишите в комментариях, какая девушка, на ваш взгляд, наиболее достойна была выиграть 100 тысяч гривен и золотую брошь. Благодаря проекту Женя Мазур уже 9 месяцев как перестала употреблять наркотики. По ее словам, вся ее жизнь очень изменилась, ведь теперь она может жить настоящей, трезвой жизнью. А вот Юлия Тигринец стала менее агрессивной к окружающим людям. Она поборола проблему с алкоголем, и, кроме всего прочего, проект помог ей избежать тюрьмы, за что она особенно благодарна. Виктория Алехина наконец-то научилась доверять и, главное, верить людям. Она стала намного больше ценить людей, которые находятся рядом с ней, и которые в любой ситуации поймут ее, помогут и поддержат. А вот Анастасия Иваненко, которая еще по третьему сезону была известна своим взрывным характером, стала более спокойной и сдержанной. У нее больше не появляется желание кричать, причинять боль. Она еще и шутит, что не знает, как ей теперь заниматься регби. Кроме того, она открыла свой магазин в Инстаграме, продает блокнотики и старается наладить отношения с мамой. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка, по вашему мнению, должна была выиграть 100 тысяч гривен и какая изменилась больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!